В Башкортостане создана особая экономическая зона Алга. Премьер-министр России Михаил Мишустин поддержал предложение региональных властей. Постановление о создании в границах Ишимбайского и Стерлитамакского районов ОС опубликовано на портале правовой информации. Общая площадь особой экономической зоны составит 470 гектаров. Из них более 200 уже зарезервированы под проекты. Для освоения территории регион обязался обустроить всю инженерную и коммунальную инфраструктуру, а также протянуть ЖД-ветку и автодорогу. На эти цели направят почти 6,5 миллиардов рублей. Основная часть расходов пойдет на электроснабжение. Еще около 2 миллиардов 200 миллионов выделят на строительство автомобильных и ЖД-путей. Остальные средства предусмотрены для создания таможенной инфраструктуры, строительства административного здания и прокладку линий связи. Намерения по реализации инвестпроектов также подтвердили 7 потенциальных резидентов. Это предприятие нефтехимии, приборостроения, пищевой промышленности. В разработке еще 11 инвесторов с общей суммой вложений порядка 40 миллиардов рублей. Эксперты считают, что властям нужно приложить усилия для привлечения инвесторов в период пандемии. Необходимо привлечь таких инвесторов, которые поведут с собой высокотехнологичное производство. Причем производство того, что легко можно будет продавать. Да? И если это будет создано, то зона тоже будет эффективнее. Потому что что такое зона? Это обнуление налогов в обмен на привлечение инвестиций. Инвестиции, в свою очередь, создают технологический скачок и дают рабочие места. Но потенциал у новой экономической зоны, по мнению специалистов, значительный. Данная территория обладает большими возможностями для капиталовложений. Эксперты уверены, что и инвесторы не в меньшей степени заинтересованы в том, чтобы деньги работали и готовы вкладываться.